На конкурс «Дети читают стихи» лабиринт.ру. Любимов Никита Денисович, 6 лет. Город Орел. Автор Сергей Михалков. Стихотворение «Фантазер». Я был знаком с одним быком, когда в деревне жил. С людьми дружбы не искал, детей к себе не подпускал. А вот со мной дружил, да-да, не знаю почему, я с чем-то нравился ему. Когда меня встречал, он на меня, как на врага, рога свои не выставлял, а дружески мычал. Бывало, выйдешь на лужок и позовешь его «дружок», а он в ответ «иду», и сам действительно идет, и не спеша, губами рвет ромашки на ходу. За лето я к нему привык, и это был мой личный бык. 5 лет прошло с тех пор, не знаю я, что с ним теперь, и с кем он дружит, грозный зверь по кличке «Фантазер».